Требуются перемены чистоты и гигиены. Если ваши части тела выступают не по делу, если вирусом, бактериям, хотите представление, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В воскресенье в Самарской области ясно, преимущественно без осадков, похолодает. Днем минус 14, минус 16 градусов, ночью 13-17 мороза. Ветер западный, юго-западный, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани ясное небо, вечером возможен снег, днем минус 14, ночью 13 мороза, юго-западный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти безоблачно, температура воздуха днем минус 13 градусов, ночью также 13 с минусом, ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Самаре ясно и без осадков, днем минус 15 градусов, ночью 17 ниже 0, ветер юго-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 87%, слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.